Здравствуйте! С вами Ольга Конева с прогнозом погоды на Урал-1. По данным Челябинского гидрометеоцентра, в предстоящие выходные в нашем городе будет облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 6-8 градусов, днем плюс 18-20. Ветер северо-западный 6-11, днем порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Пусть вне зависимости от погоды у вас на душе всегда будет солнечно. Берегите себя!